Добрый день, Полтава. Я нахожусь возле Полтавского областного центра эстетичного выхования учнической молоди, как раньше назывался, Дом культуры ПТК. Который год происходит здесь вот такое. Откровенное нежелание автолюбителей соблюдать правила жизни в городе приводит к тому, что площадка перед центром эстетичного воспитания превращена в автостоянку. Здесь происходит оживленное автомобильное движение. Машины ставятся, паркуются. Я знаю, что мне могут сказать: так а где ставить машину? А где вы ставите машину, когда здесь стоит елка? Ну вот, как-то так живем.